Сегодня из нашей афиши вы узнаете, что интересного пройдет на этой неделе. 18 ноября во вторник во Дворце культуры «Салют» состоится конкурс красоты «Мисс Тихая Чувашия». В конкурсе принимают участие девушки в возрасте от 15 до 17 лет, имеющие группу инвалидности по слуху. Начало в 14:00, вход свободный. А 19 ноября в среду в филармонии пройдет концерт «Осенние эскизы». Чувашская государственная академическая симфоническая капелла под управлением Мориса Яклашкина. Возрастное ограничение 17+. 22 и 23 ноября в субботу и воскресенье культурно-выставочный центр «Радуга» и виртуальный филиал Русского музея проводят занятия с творческой мастерской «Удивительный дворец». Детей и их родителей ожидает экскурсия занятий путешествия в Санкт-Петербург, творческая мастерская «Удивительный дворец» в технике моделирования. Начало 22 ноября в субботу в 14:00 и 23 ноября в 10:30 и 12:00. 22 ноября в субботу в филармонии состоится концерт камерного оркестра, солист и дирижер Даниил Гришин. В программе пьесы, сонаты, серенады, сюиты и многое другое. Начало в 19 часов. 23 ноября в воскресенье во Дворце культуры «Салют» пройдет празднование юбилея народного ТЮЗа. В этом году исполняется 20 лет со дня основания Народного театра юного зрителя Дворца культуры «Салют». Свой юбилей, как и положено творческому коллективу, театр отметит на сцене. Начало в 11 часов. Вход свободный. 23 ноября в воскресенье в Национальном музее будет проходить занятие лаборатории «Магия науки» по биологии «Большой мир маленьких клеток» для детей от 5 до 15 лет. Участники заглянут в удивительный мир бактерий при помощи бинокуляра и микроскопа. Начало занятий в 11 и в 12 часов дня. И на этом все. Смотрите следующую свежую афишу через неделю, 24 ноября.